Итак, друзья, это новый краш-сайт, на котором мы сегодня будем играть. А для тех, кто еще не в курсе, меня зовут Бог. И мы на CSGO Vini. Хотите узнать поподробнее про этот сайт, тогда досмотрите этот ролик до конца. Но прямо сейчас мы разыграем 275 рублей на ваш Kiwi кошелек. И ваша задача довольно-таки простая. Написать к этому видео 1574 комментария. И уже завтра в своем прямом эфире в группе ВКонтакте я подведу итоги. Ну а мы начинаем, погнали! Так, что у нас тут? Ребята, это CSGO Vini, меня зовут Бог и 58 долларов на балансе. Первый раз на этом сайтике, в общем-то, что хочу сказать. Есть здесь такая тема, как рефералочка. Поскольку сайт новый, у меня ни одного реферала нету. И кая вообще, и вообще недоразумение. В описании и в закрепленном комментарии, внимание, я оставлю эту ссылочку с промокодом. Вводя его, вы получите халяву на баланс, и от вас я получу какой-то бонус. Всего 1%, конечно, но получу. Кстати, здесь еще можно выкладывать, сколько у тебя депозитов, сколько ты вывел. Можно делиться своей историей, как я понимаю. И сайт довольно неплохо проработан. Давайте дальше смотреть, что здесь присутствует. Альтернативная валюта, режим стримера. Вот это удобная тема. И можно включить стикеры. Короче, не знаю, будет ли у меня ютуберка, не будет, сделать они ее, не сделать. Но шанс того, что мы сегодня окупимся, я думаю, довольно простой и большой. 8 долларов, вот такие вот скины я решаюсь выбрать. Нет, 16, это дороговато. Так, это подождите, 23 доллара, угу. Так, ну и попробуем поставить, я так понимаю, CSGO Vini это такая своеобразная рулеточка, такой краш, где люди поднимают бабки и показывают, на каком коэффициенте они вывели, что довольно неплохо. И смотрите, коэффициенты, в принципе, интересны и можно что-то, я думаю, сделать. Сейчас 92 человека на сайте, я думаю, у него довольно-таки неплохое будущее. CSGO Vini, ребята, ну, по-моему, весьма неплохо. Какой-то я заметил, ну, знаете, супер идеи здесь нет, но все сделано качественно, и такие сайты, тем не менее, побеждают даже оригинал, прям оригинальный, потому что они-то доработаны качественно, они тратят много денег на какие-то конкурсы, на какие-то закупы рекламы, и, соответственно, я думаю, что у этого сайта большое будущее, и я думаю, ролик я запишу здесь еще не раз. Ну что, какая у нас сегодня итоговая цель? Баланс у нас, к сожалению, небольшой, и надо это исправлять, как вы понимаете, ребятишки, и в этом нам, думаю, ну, вполне себе поможет этот сайт. Нужно попробовать и большие коэффициенты, и маленькие словить. И думаю, в этом сайтике я смогу вывести сегодня свой первый ножик. Но как пойдет, мы прямо сейчас проверим. Двоечка здесь доходит довольно часто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз из восьми. Ну, это достойно. И мы прямо сейчас попробуем сделать, ну, x2. x2, в принципе, пуля летит за террористом. Кстати, нормальная тема. И плюс, получается, есть вот здесь у нас лайф-лента, так называемая, и 16 долларов на баланс нам капнуло. Отличный вариант развития событий. Так, а ну, можно сразу этой кнопочкой продать. Обожаю вот сайты, где можно сразу продать, где не надо заходить в профиль. Это, в принципе, удобно. Ну и, конечно же, в профиле тоже все это дело можно продать. Давайте, кстати, сразу же сохраним трейд-ссылочку. Думаю, она у нас сохранена. Итак, две сыгранных игры, всего побед 2, винрейт 100 и сумма выигрышей. Все здесь, в принципе, расписано. И давай сразу же попробуем на двоечку зарядить еще, но я не успел. Надеюсь, сейчас будет краш, чтобы мне не было так обидно, что я не успел. Но так, если что, удачи всем, кто ставит. Надеюсь, они уже все успели вывести. Вроде бы все, кроме вот этого вот пацана. Так, а я могу его профиль посмотреть. Да, ребят, довольно прозрачный сайт, CSGO Vini. И вот эта вот красненькая тема довольно-таки неплохая. Угадали админы сайта. Вот мне она прям по душе. Итак, давайте попробуем поставить два скина на 15. Опять больше 2x. Да просто прикиньте, фарм бабла. Я прям сейчас сошел на фарм бабок. Никак иначе. Так, что же нас ждет? Надеюсь, сейчас будет двоечка. Но ее, к сожалению, не случилось. Ну и, конечно же, ребята, нам стоит проверить вывод на этом сайтике. Работает он, не работает, что мы можем выбить, что можем не выбить. В общем-то, проверим по максималочке вывод и уже будем судить, стоит здесь играть или не стоит. Но я думаю, что стоит. И давайте-ка до троечки попробуем. Пока что идет довольно все скудно, печально. Можем слить баланс, но надеюсь, этого не произойдет. И попробуем сейчас эмочку страж довести до 3x. Два плохих коэффициента, и после этого нас должен ждать очередной выигрыш. Но почему-то его не случается. Блин, CSGO Vini, давай. Какие-то бонусы здесь еще есть на сайте. Вы должны пополнить баланс на 0.25 и больше. Ага. Так, опять, ребят, случился краш. Ну, попробуем поставить еще разок вот сюда.
на двоечку. Уже сколько можно? Хочу уже проверить вывод и уже сказать так, ну, такой вывод, что может сделать сайт, как на нем подняться, но 4 раза подряд и 5-й раз пиздец. Ну как? Я не буду играть. Пацаны, ну давайте по-нормальному. Банан. Вот банан, ёб твою мать. Пойдет до двоечки. Также, конечно, давайте, может быть, что-нибудь на вывод поставим. Ну это смешно, ну камон. Камон, мужики, давайте наклеечку увидим хотя бы. Как это работает, вопрос. Забрать. Закупаем скин. Ну, вроде бы они закупают. Да, режим ожидания пошел. У нас всего 2 доллара, пацаны. Ну, на самом деле, такая себе сумма, чтобы выиграть. И что вы думаете? Вот такой вот сайт. Проверка нового проекта, так сказать. Ну, до двойки. Ну, как хорошо начинал и пришел я. Просто реально зашел я и капец. Ну, мы сюда, ребята, зашли для проверки. Символичный баланс 58 долларов. Довольно слабенький, чтобы окупиться. Я могу это понять, потому что, ну, не всегда приходится так, что за 58 долларов мы окупимся. Видите, он начинает сливать. Значит, спросит проверить страницу инвентаря. Давайте это сделаем. Зайдем в наш Steam через вот эту вкладочку. И уже проверим, что пришло нам, не пришло. Ну, кстати, да, трейд приходит довольно быстро, все при вас, даже вырезать не пришлось. Но если честно, ребят, у меня есть огромное желание перепроверить этот сайт, поскольку мы как-то сделали совершенно мало ставок. И я думаю, что, ну, ролик вам должен зайти, несмотря на слив. В принципе, проверка получилась удачной, вывод работает, хоть и баланс мы не купили, но я думаю, это не помешает вам поставить лайк. Здесь есть история, здесь есть бонусы. Здесь есть поддержка, здесь есть партнерство. Короче, пацаны, понравился ролик, ставьте лайки, но мы уже увидимся в следующем ролике. И CSGO Win я однозначно еще сниму. На этом все.